Всем привет, с вами Саня Электрик и студент, мы продолжаем проходить Resident Evil 5. Всем привет, пошли. Просто так. Всё, это конец, всем пока. Скиллс, ты где? Это был эпичный момент. О, пещерка. Это не та пещера, где он в конце сказал, что все ответы ждут тебя в пещере. Ну да. Это, как есть у Бэтмена пещера, Бэт-пещера. Это ЧВ-пещера. Тут его убежище, тут он строит свои зловещие планы по коронию всего мира. И по производству чупа-чупса с особой начинкой. Тут, кстати, новый противник будет, вроде. Ну, готовимся, как обычно. Не, ну, точнее, не новый, он уже был во втором вроде, и первым не помню. Резуно называется, языком, который стреляет. Первых он был, но это я сейчас я мигнул. Свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа об отходе и выбить для вас подкрепление. Главное, оставайтесь в живых. Хотя бы Крис побрел все. Хотя сколько он дней ходит и бороды такой нету вообще. Ну фиг знает. Ну, у меня такая, как у него, я не знаю, блин, ну, за неделю вымахать, наверное. Та-та-та-та. Ирвин назвал имя. Эксела. Так, вазы. Блин, давай, я смешать не могу, бля. Он и использует. Блин, что я использовать-то могу? Я ничего использовать не могу, мне всё не надо. Блин, так, давай потом из чего вернёмся. Окей. Не знаю. Мне бы твоих противников грохнуть. Патроны к пистолету. Я бы тогда смог вернуться и скомбинировать. Потому что у меня 3 патрона к магнуму жалко, а не на весь золото. Окей. Тут в случае Quick Time Event не будет. Оо. Против них гранатомет хорошо, надо было гранаты купить. Так, я пошел за тобой. С чистой совестью. С чистой совестью. Блин, ММ, не забудь. О, точно. Как всегда. Блин, надо было гранат купить. Гранатомету. Я пока смотрюсь, может что-то найду. О, ваза. Все, иду. Смешал травку. Не зря пошел. Ё! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Иду, иду. На помощь! Грызут! Да ты сам не можешь ли вырваться? Выбрал. Тут патроны, коробка патронов, блин. Где? О, спасибо. Валим наверх, короче. Давай. Зашибись. Вазу попустил, нормально. Как? Все, я деньги взял. А, мне тоже была ваза, тоже деньгами. Та-та-та-та. Ё! Дайте патронов к дробашу, гады. Ну одного вали сам, у тебя патронов больше. А то натыривайся патронами, а я все трачу. Так у тебя же нету барета там. О, последний вон выстрелил в черепе, алмазик. Точнее, рубин. Еще вон череп еще один попустил, Сань. Где? Вообще ништяк. Сейчас вроде как Quick Time Event будет, мне кажется. Шева, давай, Шева.
Постоишь, Эва. Ускоряйся. Ой, блин, я это место помню, это капец. Это что мы пропустили, а уже это все давно записано. Я алмазик помню, где тут, кстати. Я тебе сразу говорю, тут алмазов заныканных таких с рубинами очень много, так что внимательнее будь. Там в стене может толчать. Вон в стене, стой, Сань. Вон, видишь, ну, над поемом, вон блестит. Над походом наверху. Ау-о. Блин, один пистолет не патроны. Так что внимательно смотри. Давай помедленнее идти, а то, мало ли. Деньжат лишними не бывают. Паучок. Патроны к автомату. Вот так дробашу давать и магнуму не надо, да, блин? Надо было мне дробаш все-таки купить. Тут вот в таких сундуках сокровища, кстати, бывают. Но его открывать надо вдвоем только, так что запомни. Ох, ё! Мы богатые. Блин, мне бы в реальности все это, вот я сколько бы сала купил. Еще бы и Саня грузовик поехал. А еще чего я заказал? Не пожалел бы. Только не тебе, а кровавому Тоби. Еще скилзу, чтоб запомнил, ладно. Не, скилзу я бы заказал Сашу Грей. Она бы без поехала бы точно, не думаю. Возьму гранату, пожалуй. Че пропустить-то? Не надо. Вот негры, чего ты? Вот негры, они всегда такие. Негры всегда хотят тебя убить чем-то большим. Ошибись. И как я к тебе? Походу никак, тебе понизу идти. А мне туда. Тут, кстати, сундук, который можно открыть только вдвоем. И патроны к автомату. Ща, гранат кину. Все. У тебя там трава, не забудь. Я знаю. Нету инвертаря. Сзади негов, Сань. Сзади вон. Я еще постараюсь прикрыть. Если кто-то близко подходить будет. Ноги, спасибо. Трава. А у меня сундук, который можно только двоим открыть, походу. Ну да, только вдвоем, блин. Чё, короче, ладно, иди ко мне. Я патроны взял, тебе потом отдам. Ё! Нихера себе, не-не-не-не-не, я туда не пойду. Что-то многовато негров. Achievement. Йо. О, thank you. Постой. Стой, я сейчас. Что возьмем? На. Thank you. Йо. Пошли, там сундук надо открыть. А вот тут тоже еще один сундук я видел. Да? Да. Где? Вот. А, ну, давай ща. Йо. Это сколько же сала можно купить? Сколько сала и горилки? Мечта жизни сбылась. Сколько ему на оружие прокачать? Да чё ты в негов задолбал? А где еще? Аккаунт мигает. Я имею в виду, где еще этот... где перетащить. Ты говорю, там еще... Я говорю, на кауте же мигает. Пошли. Вот он.
Ну блин. И... Да чего? Упс. А я успел. Сука. Бля, лучше бы не успевал. Ой, тут сундук еще, кстати. Они ты отстрелись, пока я пойду посмотрю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Иду, иду, иду. А, ну ты тут пока. Сюда иди ко мне. Так ты где? Я тут алмазы добиваю. Тут алмазов с рубинами до хрена. Блин, я не успел еще один взять. Да еще успеем. Ай-яй-яй-яй-яй, паучки. Камон! Йо! Извини, у меня ничего на гранат в голову не пришло. Патроны к пистолету. Йо, да блин, чё я сразу? Да бля. Так, надо будет рубины пособирать. Там патронов сзади, да хрена кот побежал. Патрон? И тут сундук еще один. Патроны. Ой, сюда не пойду. Патроны. Блин, мы тут уже баба, да хрена получим за все это. Ага, и прокачать сможем хорошо. Ага. Тут ой, да есть... занятся, валим, тут я все уже взял. Окей, валим. Блин, патронов до башни нет, уже кончаются. Йо! Чё сразу они меня не, а? Либо это мулаточек. Как этот, включи фонарь! Метро 2033. Автоматные патроны нет места. Да бля. Забейся, как нет места. Сань. Сань. О. Нет места для автоматных патронов. Так, вазы, вазы сначала, вазы. Перезарядись. Вот еще патроны к автомату. Вазы а сначала все. Я точные тогда выброшу. Ты куда... Да, ю. Ю. Нахуй. Я валю. Куда? Ё, сколько тут автоматных патронов? Жми, иди сюда. Вре. Сюда не заедет, не бойся, тут они не достанут. Они сами крутят. Блин, патроны к дебашу вижу. Йо. Одна коробка, две коробки, вижу много всего. Но успеем ли взять? Я думаю, да. Я надеюсь. Йо. Снайпа мне не надо. Бля. Йо-йо-йо-йо. Ай я. Ай, черт. Блин, и все это что... Бля. Не, иди в баню, иди в баню. А, закрыта дверь, что ли? И... Зашибись. Человеку эту дверь не сдвинуть, зашибись. А кому? Сань, валим назад к этой хрени. Давай полечимся. Но... Да-да-да, сейчас погоди, полечу сам. Так. Давай поворачивай. Короче, валим сразу отсюда и все. Все, она вина на время, бежим. Бежим. Она закрывается. Успеем. Давай, давай. Хотя давай, бы давай. Один успеет. Есть. Я успел. А я.
А, ты все автоматом открыл. Ну, получается, да. А, в принципе, можно все пособирать. Да тут уже ничего, кроме патронов, какая пистолет не осталось. Возьму. Сейчас Quick Time Event вроде будет, готовься. Это девятая часть Resident Evil. Ну то есть Resident Evil 5 часть 9. Сейчас Quick Time Event будет, готовься. Z ты наступил. Готовься жать кнопки. Окей. Блин. Не нажал. Я V попутал с C. Я C нажимал. Тут и весьма длительный Quick Time Event, так что готовься долго жать. И готовься много раз. Запоминай по памяти. Бля, не успел нажать АД. Говно. Так, запомнил место, где нам надо АД нажать, блин. Зашибись, блин. Я нажал. Знаешь, мне кажется, это в реальности проще побежать, чем это с клавиатурой. Вот в натуре, хоть все, хоть падай. Это да. Говно. Нахрена я тебе это дал, отдай. Гранат отдай сволочь. Какие гранаты, ты о чем? Я тебе две гранаты дал. А, сейчас отдам. Буду бомбить все, что можно. Тихо. Погоди. Что-то я помню. Тут что-то есть. Что-то мне это не нравится место. Ага. Ой, как не нравится. Ой, что-то будет. Ой, не могу. Куда я пошел? Не знаю. Я сам куда-то убежал, уже не пойму зачем. Зато вазу нашел. Я тоже. Где патроны к автомату? Дай патроны к автомату. Я тебе дать не могу, у тебя нет места. Зашибись, Асход. Лучше бы траву красную выкинул. А точно, блин. Попшикал, блин, в воздух. Дезодорант, ёпта. Иди на другую сторону, ищи. Иди в жопу. И где эта вторая сторона? Давай я поищу, если хочешь. Давай ты ищи. Мне лень. Сука. Бегаю с гранаты, как суицидальник какой-то.
Я же сейчас гранату кинуть могу. И с гранатами вот еще вдогонку захерачить. И где наше бабло? Что? Вон оно. Блестит. Прикинь, такое же говно в натуре реально строили. Ух ё. Пипец. Куда идти, зачем идти? Тут, кстати, что-то есть. Гранатомет нужен? Не. А у меня мест нет. Я не люблю гранаты. Точнее, его взять не могу. Мне и снайперки мои хватает. Он лежит, если хочешь. Бесплатно. Тут сундук. Блин, а куда мне идти-то сейчас? Назад там лестница, то есть. Блин. Ненавижу это место. Бегом, Крис! Крис! Давай, давай! Крис! Крис! Давай! Крис! Давай! Давай! Я уже забрал. Сука. Забрал так. Ты только так. Берёшь, прикинь, если бы вместо вот этих хреней по бокам надо было бы дергать за хрень между ног у него. А прикинь, если бы ты так дергаешь, она тебе на башку. Бумц. Пикабу. Пикабу. Самые страшные пикабу в истории. Человечество. И куда идти, блядь, непонятно. Вон к следующей статуе. Тут еще две тело этой штуки. Сейчас плюс дую его рубить буду. Шева, кому? Буду бить. Вон тут с копьем бить. Это твои фанаты, Сань. Иди в жопу. Все они хотят твой автограф. Это твои фанаты, они хотят тебя поймать. Копьем. Что-то оставил после себя. Патроны к автомату. Сзади гад с копьем. Окей. Типа, еще у тебя патроны есть. Это что за кибердемон, мать вашу? Постоял еще так. Это еще было? Кибердемон. Я вижу, вижу. Сюда. Бля, я хотел снайпа его. Да ё! Куда идти? А, о, вижу, вижу. Сейчас я вам покажу сладкую жизнь. Патроны с картечью тут валяются. Иду. На
Нахера мы сюда пошли? КЗ. За патронами. Логично. Еще один урод где-то стреляет. Да, они тут везде. Сам с ним разбирайся. Так, я пока осматриваюсь, тянуть пока эту хрень не буду. Вот тут сундук есть. Тут две коробки патронов. К чему? А, к гранатомету. Бля, надо было, может, взять. Я себе взял. Граната, а не гранатомет, если что. Ничего не появляется. О. Лучше под черепов шли деньги. Тут, кстати, сейчас кое-кто вернется после этих хреней. Старый знакомый. Я его знаю, да? Да. Это не тот, которого мы убили? Мы почти убили. А ну куда нам? Нам вот... Вот эту статую с одним рычагом. Ищи. На другой стороне, наверное. Сейчас, погоди. Где это хэ? Где она? Никто не видел статую с одной рукой. Хотя ну его в жопу. Честно, ну в жопу. Ты нормально, камень не взял вообще, зашибись. Ну нормально. Ничего нормального. Так, а походу он снизу. Постой на уху пока. Я сейчас снизу пошастаю, чтобы тебе не бегать сто раз. Мина, идите в жопу со своей миной. Блин, пипец, запутанный лабиринт какой-то. Ё! Держи статую, сейчас погоди. Я скажу, когда жать. Жми! Бля, нет, не жми. Не жми, не жми, не жми. Пауки, мать их! Меня один, сука, схватил. Давай бегом, скажешь, когда жать. Бля, тут меня... Короче, валим негров, а потом жмем. Блин. Да. Да сколько их тут, ёпта? Косой. Блин, сними, короче, их нахер. Да, ёп. Так, я вижу, где ты? Да блин.
Так, все, иду жать. Держи, держи, быстрее, давай. А то это полгода можно делать. Да, блин, давай, быстрее. Как... Быстрее, пока паук меня не схватил, блин. Все есть. Ух. Там посмотри, камня не останется, когда эта хрень сдвинется. Под статуей. Окей, посмотрю. Хотя... О. Да, у тебя остался блевестит вон. И у меня. Бери давай. Так, теперь вниз спускаться, да? Да. Надеюсь. И куда теперь? Я что-то вообще нихера не пойму. Вот тут дорога вперед, особо делать. Постой, блин, паука замочи, эти идеи еще потом отдам. Прикрой пока. Что я не вижу ни паука. Стой, стой, ко мне подойди. Все. И куда? Вот тут что-то освободилось. Толку. Все равно непонятно куда. Я чуть не понимаю. Может тут статуя? А, ну может. О, статуя. Есть. Сейчас кое-кто вернется. Давай посмотрим, может что-то тут есть. Созгой, не пытайся мочить, просто убегаем. А, это... О, какой знакомый. Бэтмен возвращается. Бэтмен бэк. Бежим. Йо! За мной беги. Давай, давай, давай. Сейчас квиктайм-эвенты будут, готовься. Квиктайм-эвенты, готовься. Как всегда, F, V, там, C. Вроде бы, если спамить свет, но вроде что-то тут было. Поимели. Это так быстрее F нажимать надо. Готовы. Мог бы гранатомет взять. Эскейп. Вмазался в стену и все. Валим, валим, валим. Ё! Бля. Не успеваешь, вот это вот АД. F, не забывай, сейчас жать надо. Окей. Бешено, бешено. Да блин, он что, 2х сразу валит или кого, я не пойму. Я нажимал F, что за бред? Блин, это как быстро надо. Это так бешено F жать, короче, сразу как... Этот ролик последний жмем бешено F, сразу заранее. Брат так не засчитывается. Засчитывается поверенно. Задолбало. Бежим. Есть. Не может. Все, можешь больше не возвращаться. Скучать не будем. Сейчас я его нужно компану еще.
ролик. Подготовка почти завершена, а потом можно уходить. Хорошо. О, какие люди! Я хотел сказать, какие сиськи. Знаешь, меня удивляет успех Лас Плагас. Поначалу у меня были сомнения, а теперь Ураборос завершен. И ты оказалась наверху Трисел. О, у меня куда более обширные планы. Что-то скажи, он во всех частях Resident Evil? Не. Только в этой? Не, еще в каких-то. Во втором вроде бы, и еще в каком-то. А, в четвертом вроде. В шестом его нету, там его сын. О-о-о! Похоже, твой дружок Крис Редфилд решил нас навестить. Я чую волнение. План на финальный. Ничего, влюбленность. Я не потерплю. Потому во что она превратится, ты поймешь, что нет. Я имею в виду про подружку этого. Криса. Я не знаю, может рабочие отношения в плане, ну ты понял. Служебный роман, мать ваша. Почему она с ним связалась? Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом предок. Ты, я должен был стать богом. Теперь это право мое. Ну что ж, благодарю тебя, Спенсер. Тем временем мы идем к нему. Ну все, можно заканчивать часть. Сам был Сони Электрик и студент, это была Resident Evil 5. Конец главы 4.1. Всем пока.